грибы, где грибы? Достаточно одно-два хороших места найти за выход. И все, считай, собрал. Вот такой улов у людей. Квадроцикл грибов. Ну так, здесь мокренько, я хочу сказать. Хотя дождей-то и не было последние дни. Там все обвалилось. Плотина затопления. Укрепрайона линии Маннергейма. То есть для... Чтобы не пройти, да, было, они затопляли что-то. Похоже на то. Одиннадцатое февраля 40-го года. Ну, перейти здесь можно, если подавать друг другу велосипеды. Ну-ка, ну-ка. Ну да, мост средненький. У меня, наверное, ширина покрышки не позволит пройти. Не, ну здесь, наверное, не пойдем. Здесь, да. Как-то тут. Да, похоже, Финский мост — это единственное место, где можно пересечь реку. Куда ты ведешь нас, пес? И что здесь? Выжженные пустоши. Берегите леса от пожаров. Как говорится. Пустоши сменились болотами. Что?
Хотелось бы, да. Пока не утонули в болотах. О, какие ямы. Пес завел нам, очередное нам болото. Вообще, нам вообще надо налево. Налево. Ага. В ту сторону. Я думаю, это времен войны еще. Да, здоровенный. Ищем другой проход через лес. По болоту неохота по колено идти. Ух, выбрались из бурелома. Такое облегчение. Теперь только грязюка. Корейские грунтовки, так называемые. Есть хорошие, а есть вот такие. Ой, блин. Глубоко. Осторожно. Лучше обойти. Кто-то любезно навел мосты здесь. Надеюсь, что они еще не трухлявые. Но бревна шатаются. Вот. Главное, чтобы никто сюда на машине не пошел. Центральное точно едва живое. По нему не ступай лучше. Окей, тут бункер это. Это еще лампочки, что ли? А, патроны? Это гильза. Да. Гильза валяется. Суровые карельские камушки. Это все указано как дорога. Клея. О, чуть не убрался. Тут большое подземное помещение есть внизу. Туда, конечно, лезть не будем. Там глубокая? Несколько метров. Когда это рядом?
Нам прямо. Это может быть есть две еще само. Там прыгай подальше. Похоже на бывший клуб какой-то. Уходи написано. С той стороны. Панельки почему-то жилые. А те дома хорошие забросили. Да, может быть школа, хотя такой широкий проем. Еще жилая панелька. Отдельная есть, наверное. Там целая заброшенная панелька четырехэтажная. Наверное, не достроили, он там даже пятиэтажная стоит. А это маленькая. А тут красиво все. Тут, наверное, земли насыпали потом, где мы стоим. Да, кому-то жилье так и не дождался. Да. Ну смотри, даже отверстие проштробили, да? Под розетки там. Ну может быть уже отделку делали на нижних помещениях, пока вверх достраивали. Что там делается? Да, он окна ставит, вставляет. Все. Наверное, впервые вижу панельку советскую в таком плачевном состоянии.
смотри. И старик как новенький. Аж блестит. Странно, здесь вроде аэродром, почему танк стоит. Непонятно. Это похоже бывшая железка, только все рельсы давно уже сняли на металл. Да, это все что осталось. Я не знаю, для чего она здесь была. Знаешь, может быть, она здесь вообще давным-давно была. Может быть, сюда аэродрома. Ну, скорее всего, да. Это надо почитать, я забыл. Вот она, бывшая железка. Да, семафор вдалеке виден. Вот она туда шла. Это депо для автомобилей. А? Да. То, что осталось от взлетки. Наверное, вот слева, как да, вот слева, да, слева были аэродромные плиты. Они тут частично остались под слоем моха. Ох, я б не взял. Да, вот они, эти плиты, причем такие нестандартные. Да. Да, шестигранники. Это, видимо, конец взлетной полосы. Тут уже лес вырос. Ох, как тут вязко-то на песочке. Вот он, ангарище самолетный. Укрытие.
самое, в принципе. Господи боже, я думал, там какой-нибудь волкодав бежит, а это что такое? Фу! Иди сюда! Так, это уже шестой, по-моему, по счету. И вот там какой-то гараж, да. В кустах. А, этот гараж ведет в следующий ангар. Который за углом прям был. Вот так вот. Участок. Вот взлетка, плиты все сняты, похоже. Сама взлетка заросла. То есть только рулежные дорожки остались, ангары и какие-то служебные площадки. Тогда и сняли, начали все металл резать. Они огроменные. Надо было как-то... Ну, резак привезли. Порезали прямо на месте. Подземное убежище. Ангары, несколько штук. Вот так ангар выглядит сверху, все примерно одинаково, покрыты лесом, травой, дерном. Более длинный ангар. Фу. Опять лесами обходим. Кайфовый участочек очередной. Надеюсь, что это низина какая-то. Вы пешкодрались немного.
тут вообще не кстати. Продолжаем таскать. Жесть. Горилку мы скоро включать. Хотя у меня очки темные. Неудобно? Ух, выбрались на асфальт до темноты.